Здравствуйте! В сегодняшнем видео я вам расскажу об имплантации передних зубов. Мы поговорим о том, какая подготовка перед имплантацией передних зубов, какие возможны методы имплантации, какие этапы необходимы для достижения конечного результата. Все эти вопросы мы с вами рассмотрим в ближайшие несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно. Меня зовут Мастеров Дмитрий. Я хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Люминент». Сегодня мы с вами поговорим об имплантации передних зубов. Итак, имплантация передних зубов и дальнейшее протезирование на имплантатах – это ответственная процедура, так как это зона улыбки и эстетика должна быть на высоком уровне. Какая же подготовка проводится перед имплантацией передних зубов? Прежде всего проводится компьютерная томография и изготовление хирургического шаблона, при использовании которого возможно добиться максимально функционального и эстетического результата. Какая будет методика имплантации и как вообще будет проходить весь процесс лечения, это вы можете узнать у наших хирургов на бесплатной консультации. Проведение имплантации передних зубов чаще всего проводится одномоментно с немедленной нагрузкой на имплантат. То есть удаление зуба, если есть в этом необходимость, и установка имплантата с фиксацией временной коронки на имплант. Либо же двухэтапная имплантация, когда временная коронка на имплант будет установлена через 3-6 месяцев. Но это не означает, что после имплантации вы уйдете без зуба. Будет изготовлен адгезивный мост. Конструкция из фотополимерного материала, который фиксируется на соседние зубы без их препарирования. Или временный мост с опорой на соседние зубы. Временный мост будет изготовлен заранее. Выбор временной конструкции зависит от конечного результата планируемого лечения. Восстановление отсутствующего зуба с использованием имплантатов проводится в несколько этапов. Первый этап – диагностика и подготовка. Проводится компьютерная томография и профессиональная гигиена полости рта. Второй этап – планирование. При наличии компьютерной томографии оттисков зубов проводится компьютерное моделирование положения имплантата, а также дальнейшее протезирование на имплантатах, что позволяет спрогнозировать результат. Третий. Сама имплантация, которую проводим под местной анестезией или в состоянии медикаментозного сна. Четвертое. Временное протезирование. Пятый этап. Постоянное протезирование, которое проводится только после того, как пройдет процесс остеоинтеграции, то есть после того, как имплант приживется. Имплантация – это лучший способ вернуть и восстановить передние зубы. Обращайтесь в сеть стоматологических клиник «Люминент», и мы обсудим возможные варианты имплантации и протезирования для вас. Переходите на наш сайт по ссылке внизу экрана, где вы знаете много интересного, а также видите фото наших работ. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, на которые с удовольствием ответим. Будем рады видеть на бесплатных консультациях сети наших клиник.